Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных, человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге, нога при этом почему-то осталась цела, ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку. Ну, слушайте, дело наживное, главное, будем работать и не будем сдаваться. Я пока никаких комментариев давать не готов, кроме того очевидного, ну что это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, это тоже привет. А что могу еще сказать? Ну, участвуйте в полдень против Путина. Делать-то что-то надо, правильно? Давайте. Это месть Путина тем людям, которые сегодня нашли возможность организовать хоть какую-то акцию «Полдень против Путина». Она явно беспокоит Кремль. Вот. Ну а Леониду мои слова поддержки и солидарности. Я очень надеюсь, что эти мерзавцы будут наказаны. Я надеюсь, что правоохранительные органы Литвы все-таки смогут найти человека, который напал на Леонида. Noriu labai aiškiai pasakyti. Tarnybos įvertins, ištirs ir tikiuosi ras kaltus asmenis. O Putinui galiu pasakyti tik vieną. Niekas jūsų čia nebijo.